Карельские медвежьи – это крупные шпицы с прекрасным чутьем, делающим их превосходными охотниками. Максимальная высота в холке этих собак достигает 60 см, а вес – 28 кг. У карельских медвежьих собак пропорциональное, гармоничное телосложение, развитая мускулатура, крепкий костяк. Корпус слегка удлиненного формата, спина и круп мускулистые и крепкие, конечности сильные и стройные. Шея сильная, крепкая, голова имеет форму тупого клина, переход от лба к морде выражен, губы тонкие, плотные. Глаза овальные, темно-коричневые, взгляд живой и внимательный. Уши стоячие, треугольной формы, кончики ушей слегка направлены в стороны. Пушистый хвост, как правило, завернут в кольцо, стандартом допускается и куцехвостость. Шерсть прямая, густая и довольно жесткая, подшерсток плотный и мягкий. Основной цвет окраса, черный, допускаются матовые и коричневые оттенки, на груди, конечностях, шее, голове и хвосте, белые отметины. Эта собака способна быть самым преданным и близким другом, который сделает все, чтобы никогда не разочаровать своего хозяина. Тем не менее, у сильных и независимых собак непростой характер. Воспитывать и дрессировать их нужно с раннего возраста, причем воспитание должно быть настойчивым и мягким. Нельзя кричать на собаку и причинять ей боль, иначе она перестанет доверять хозяину. Вся работа с питомцем должна быть последовательной, в меру строгой, но всегда дружелюбной и справедливой. Тяготеющая к лидерству собака оценит сильного хозяина и с удовольствием уступит ему первенство. А вот с другими собаками могут возникнуть серьезные недопонимания, демонстрируя свои доминантные качества, лайки нередко бывают агрессивны с собратьями. Из всех лаек карельские медвежьи – это самые храбрые, решительные и стойкие охотники. Благодаря крепкому здоровью, неприхотливости и выносливости, они прекрасно чувствуют себя даже в самую плохую погоду. Заводить карельских медвежьих рекомендуется опытным собаководам, которые смогут грамотно воспитать питомца и обучить его необходимым командам. При правильном содержании карельские медвежьи живут до 15 лет. У них от природы крепкое здоровье и сильный иммунитет, который необходимо поддерживать полноценным питанием и физическими нагрузками. Эта порода идеально подходит для вольерного содержания. Лайки неприхотливы и нуждаются в базовом уходе. Особого внимания требует шерсть питомцев, которую рекомендуется ежедневно вычесывать металлическим гребнем. Эти красивые и независимые лайки были выведены в Финляндии в 19-20-м, их предками были старинные финские собаки, которые жили на территории современных Финляндии и Карелии еще до прихода человека. Впервые порода была представлена на выставке в Финляндии в 1936 году, но на этом ее развитие на время оборвалось. Советско-финская война помешала активной селекционной работе, а после Второй мировой во всем мире осталось лишь несколько десятков карельских медвежьих. К счастью, породу удалось возродить. В 1945 году был представлен первый стандарт породы, после чего карельские медвежьи приобрели мировую популярность. Сегодня это самая распространенная порода среди охотничьих лаек, качество которой высоко ценится охотниками из разных стран. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.